What's up, beautiful people? It's your boy Judeo, and I'm back again with a new video. Today we're going to be reacting to another video you requested for. This one is titled The Oligarchs Who Destroyed Russia. So initially I didn't know what the meaning of oligarch was, so I had to go Google it, and I'm going to tell you what it is. It means a very rich business leader with a great deal of political influence. So that's the meaning of oligarch, in case you were like me and you didn't know. But yeah, I'm excited to check this one out without wasting your time. Let's get to it. Борьба в 90-е, когда государство стало банкротом, а супердержавы грабили страну самым варварским образом, закалила Путина. Ну тогда ситуация была тяжелой, и те олигархи, те силы, о которых вы сказали, они, конечно, правили балом. А не только это. Государство ослабло, государственные институты ослабли. Ну а когда приехал в Москву, это стало для меня еще более понятным. Так что, конечно, это вызывало отрицательные реакции и желание, конечно, желание навести хоть какой-то элементарный порядок. Едва заняв пост, Путин пригласил олигархов в Кремль. Послание было ясным. Они должны держаться подальше от политики. Да, мы предъявили определенные требования. Да, я требовал, чтобы все начали работать по закону. I like that. Да, я сказал, что у нас не будет больше разворовывания страны. Ну, прямо, не прямо, все это поняли. Because this is not it's not just a problem in Russia, it's a problem everywhere. Yeah, a bunch of business people who don't know a lot about politics are controlling politics because they have the finances. And that's not right. So I like the fact that you have to put them in their place. It's necessary. Но у Михаила Ходорковского были свои планы. Миллиардер стал одним из богатейших людей России всего за несколько лет благодаря связям в правительстве и хитроумным схемам. Он объявил войну новому президенту и финансировал оппозицию. Положился на Запад. Решил продать свою нефтяную компанию ЮКОС, вторую в стране, американской нефтяной компании. Обвинял Кремль в коррупции. Путин ответил ему, обвинив в уклонении от уплаты налогов. Это было сражение за власть. Если вы посмотрите на следующий слайд, то масштабы коррупции в России в районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП. Значит, и такие вопросы, как уплата или неуплата налогов, мы с вами обсуждали в свое время, да? Значит, совсем недавно, что и ваша компания, допустим, у нее, может быть, именно поэтому в налоговую академию 4-5 человек идут. These guys are laughing. It's like the debate is getting very heated. Спустя несколько месяцев Михаил Ходорковский был арестован за уклонение от налогов и приговорен к 8 годам заключения. Его адвокаты обратились в Европейский суд. He was sentenced to 8 years in prison. Вы читали приговор по этому делу. И там есть пункт в решении Европейского суда по правам человека, где черным по белому написано. Европейский суд по правам человека не усматривает в деле Ходорковского политической подоплеки. Ходорковский вышел на второй судебный процесс в декабре 2010-го. За 10 дней до суда вы сказали, и это довольно нетипично для политика, что Ходорковский виновен, независимо от того, каким будет результат. Я имел в виду уже вынесенный приговор и вступивший в законную силу. И сказал, что я сказал? Что вор должен сидеть в тюрьме. А вы считаете по-другому? I don't know. I'm not getting involved. С тех пор экономика всегда была предметом забот президента, особенно в случае банкротств. Например, когда не смог удержаться на плаву завод «Пролетарский», который выпускает корабельные винты. Служащие управления обратились к Путину за помощью и сейчас ждут его. Он уже помог цементному заводу по соседству, когда владелец попросту закрыл его, потому что прибыль была недостаточной. И Путин приехал. Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма,
а может быть просто и тривиальной жадности. This man is very clear and very blunt. He says what he wants to say. He knows when to be respectful. He knows when to be cautious. But when it comes to discipline, he knows when to give it to you. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или в другом виде, то это будет сделано без вас. Пожалуйста, Дерибаска Олег Владимирович. Где же это социальная ответственность? Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Подписал. Что я не вижу, ваши подписи, идите, пишите. Идите-ка. Come and sign in here, what I can see. Put in. The man is different. Путинский мир воли и идеалов достиг предела. Он это понял в последние недели. Теперь он хочет найти преемника на следующие 6 лет. Того, кто, по его словам, сможет представлять национальные интересы России. Как Владимир Владимирович Путин. Putin. Let me know what you guys think of how he handled that situation. I'm not really familiar with the subject matter, but if you know, feel free to share with me. Talk to me on what really conspired there. But yeah, that was a very good video. I like the man. He's clear when it comes to discipline. I mean, the world needs leaders that know what to do at the right time and know when to deliver, I don't want to say punishments, but precautionary measures to restrict certain things, you know? Yeah, let me know what you guys think of that video. I think that was a good one. I liked it. I enjoyed every move right there. This is the end of this video. Don't forget to smash the like button, subscribe if you're new to the channel, and I'll see you on the next one. Have a very wonderful day. Peace.